На Ямале до конца года планируется ввести в эксплуатацию 150 тысяч квадратных метров жилья, 2/3 объема для переселения из ветхого и аварийного фонда. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель профильного департамента Юрий Теряев. В регионе в стадии возведения сейчас 139 объектов. Это детсады, школы, спорткомплексы, объекты культуры и социальной инфраструктуры. Часть сдадут в этом году, часть перейдет на следующий. Возвращаясь к теме жилья, Юрий Теряев напомнил, до 2024 года Ямал должен построить 1 000 000 квадратных метров для переселения. Это поручение губернатора Дмитрия Артюхова. По состоянию на 1 ноября площадь расселенного аварийного жилого фонда составила более 70 тысяч квадратных метров. 4530 человек переехали в благоустроенные квартиры. Это 1567 семей. По итогам года мы планируем увеличение, ну, по отношению к фактическим показателям прошлого года, где-то, я думаю, что площадь расселенного аварийного жилого фонда достигнет около 100 тысяч квадратных метров жилья. В ходе пресс-конференции Юрий Теряев анонсировал и новую программу по переселению. С 2021 года жителям аварийных домов на Ямале предоставит возможность улучшить жилищные условия, переехав в другие регионы. На эти цели в проекте бюджета предусмотрено 400 миллионов рублей. И граждане могут воспользоваться наряду с программой переселения по федеральной программе, которая реализуется с использованием государственных жилищных сертификатов, наряду с программой сотрудничества, которая предполагает переезд на юг Тюменской области, смогут воспользоваться возможностью переехать в другие регионы.